74-ю годовщину Победы городской округ Красногорск отмечал до позднего вечера. На главной сцене муниципалитета в завершение насыщенной праздничной программы сет группы «Земляне». Чтоб всегда было солнце, спасибо прадедушкам. Эти пожелания для верности письменно на баннерах акции «Автограф Победы». Здесь, на символических стенах Рейхстага, рядом с надписями советских солдат, красногорцы оставили свои слова о том, как хорош мир и как ужасна война. Идут последние аккорды нашего большого праздничного мероприятия. Конечно, дождь помешал нам многое сделать, но сейчас начнется флешмоб, который объединяет наших молодых людей-автомобилистов. Клуб «Ночные волки», которые собрались на акцию, которую мы назвали «Свет победного мая». Свет пролился на Волоколамское шоссе, где в рамках шоу в честь Дня Победы 50 автомобилей и 25 мотоциклов выстроились в форме 9 мая. Это так называемый моб-арт в сопровождении громких сигналов. Но это еще не все сюрпризы праздничного дня. Выступления народного артиста СССР Михаила Ножкина и эстрадного Эмиля Кадырова дополнили этот яркий вечер. И, наконец, его красивый финал. С Днем Победы! Ура! Всем мира и добра! На площади УДК Подмосковья город дружно зажег 6-метровый факел Победы. Самый любимый праздник страны. Праздник со слезами на глазах. Небо над Красногорском озарил салют. Десятки залпов, 6 минут шоу фейерверков под слова песни, которую знают все. 74-я годовщина Победы обязательно запомнится.